Я нашел в интернете мой двигатель. Ух ты! И недорого. Сейчас закажу с доставкой. Подожди, недавно у моего клиента интернет-магазин украл 140 тысяч рублей. Да ну! А ты посмотрел отзывы о работе этого продавца? Проверенный ли он? Нет еще. Посмотри очень внимательно. Скорее всего, они попросят предоплату. Да, попросили. 50%. Также они создают клоны сайтов известных интернет-магазинов. Да? И проверь дату создания сайта. Если он сделан недавно, то большая вероятность того, что за ним стоят мошенники. Будь осторожен, друг. Понятно. Будем искать. Нашел.